Добрый день, господа и примкнувшие к ним дамы. Это Инстаграм. И по наличию Ивана рядом. И мошек. И мошек, и красивого заднего фона. Вы понимаете, что мы с вами сегодня будем нечто употреблять. Ну, а учитывая, что это Иван и посуда на столе, употреблять мы будем дорого-богатый вискарь. В очередной раз. Обещал такого больше не делать, а вот он приехал. Сколько можно? Дело в том, что сегодня мы сходили в замечательный магазин, который называется... Wine and Spirits. И вот там еще по достаточно приемлемой цене в 140 белорусских рублей купили вот такой вот Глендрон. Что? Это приемлемо? Да. Это приемлемо, потому что так он где-то стоит 200 уже. А мы еще купили за 140. Я думаю, что за 180 будет. Ну, хотя он на самом деле довольно редкий в магазинах, поэтому... Ну... Да. Ну что, Иван, это напиток твоего формата. Ты отчиняй, ты рассказывай, ешь. Ой. Ты знаешь, я это дело просто пью. Тут много рассказывать я сам много не помню. Ну, дистиллерия очень старая. То есть там еще с 19 века. Несколько раз замораживалось. Конкретно последнее замораживание было в конце 20 века. За счет этого, получается, бочки, которые стояли у Глендронаха до этого, они остались стоять. Вот. Мне нравится, Иван сейчас пытался поставить тубус на сырую землю, но он там не держится. Поэтому... Падает, извините. Да. Слегка падает. Ну, с возрастом такое случается. Да, тут, конечно, каждая выпитая бутылка плюс год. А, так тогда, ох, какие же мы старые люди. Даже если это брать в дорогих вискарях. Акциз наш любимый. Вот, и получается, у них вот эти бочки, которые стояли, они остались. И релизы, которые... А я в кармашек релизы, уберу. Которые идут от 2015 года, они идут более, как сказать, ну, спирта в них более старые, чем указано на упаковке. То есть на упаковке, на бутылке. Давай, вот. Сюда. Ну... Данный экземпляр уже розлива 2019 года, поэтому, ну, здесь конкретно... Честные 12. Конкретные, да, 12 лет. Может, где-то больше, но минимальный указанный срок 12. В общем, друзья, это вискарь, чтобы вы понимали, это никакая не Айла, угрей здесь нету. Да, давайте так, Шотландия, регион Хайленд, находится на, практически на границе Хайленда и Спейсайда. Вот, не будем затягивать, открывай. Вот. Пару слов. Глендронах, получается... Полностью все в линейке, все виски, которые производят, это без холодной фильтрации и без сахарного колера. А ну сразу предупрежу. 43 градуса. Обзор-то мы на него снимаем, но вообще на самом деле такой вискарь уже употреблялся как-то. Ну, мною да. Вот, ну, был Олег, употреблял Глендронах 18-летний. Но 18-летний там немножко в других бочках. Кстати, мы наконец-то... Да, мы... Хоть что-то похожее на правду. Мы наконец-то пьем вот эти вискари из той посуды, из которой их надо пить. О, кстати, чпок хороший у шотландцев. Ну, можно еще. Я-то прибухнуть хочу. Это Иван хочет понюхать 23 запаха, а Олег собирается прибухнуть. Друзья мои, ну что, пока вот у нас на столе. Она же нас не заслоняет, эта бутылка? Прекрасно. Нам помахали головой. Давай понюхаем. Наконец-то из правильной посуды. Тут немножко самогонности есть какой-то такой. Знаешь как? Вот опять же, не, я знаешь что? Я теперь знаю отличительную черту Глендронаха. У него в запахе присутствует устойчивая коньячность. Но на самом деле я пил когда-то 12-летний, и он по возрасту был более молодой, чем этот. Здесь уже какие-то сухофрукты более такие явные стали. То есть он уже чем-то напоминает 18-летний. А мне вот не сухофрукты, мне какие-то яркие просто фрукты вот есть, да. Не, ну фрукты однозначные здесь есть. Тут и ягоды какие-то. Слушай, красиво пахнет он. Ну, откровенно красиво. Ну, он очень, он даже какой-то может быть цветочный слегка. Ну что, Иван, не будем больше удаляться в эти... Ну, прямо не помешало еще года 3-4 для вот... Ну, в общем, нашка была поярче. Вот она в каком плане поярче? Не то, что там фруктовость была ярче, она была, что ли, определенней... Комплексней. Да. Точнее. Во, точнее. Не ярче, точнее, правильное слово. Давай. Давай. Пробуем первую. Так, есть приятный ванильный шоколад. Но есть немножко отголосок такой, не средненького алкоголя, но, типа, может быть, там, небольшой выстойки, но кофейность
Очень такая мощная. Я вот скажу, что ваниль однозначно. Ванилька, она сразу идет. Прямо первая. Ну, вообще, ваниль это всего, что стояло в бочках дольше, чем один год, оно... Ну, имею в виду хангельских напитков, то есть у них то есть, солото. Я не столько шоколад, вот кофейность я точно поймал. Кофейность, да, особенно в конце она прямо такая... остается. И мне нравится, вот сейчас у меня это уже уходит, фрукты. Из минусов... Рисковато немножко, на самом деле. Рисковато жжется троху. Особенно, да, вот первое, когда пьешь... Вот я еще по деснам катнул. Первые полсекундочки сейчас, я на языке больше сейчас. Но он же не 40, да? 43 градуса. 43. Ну, ты знаешь, вот мы с тобой, помнишь, Кавалан, мы с тобой пили, ты как бы это самое... Я тебе хочу сказать, что винобарик был, при том, что он почти ну, там помягче. Под 70, да, то есть, а он нифига не такой вот... Там. Вот, единственный, может, какой-то минус, которому этой виски можно сказать, это, наверное, вкус, который... Вот он немножко идет какой-то вот ноты такие off-notes, то есть это что-то такое вот мимо немножко, то есть что-то такое от бочки еще самогонной. То есть... Оно еще не определилось, я бы сказал. Да, вот еще постоять. Давай вторую и... А, у тебя... Ты еще там не добил? Давай я налью обоим, потому что мы ж пьем с тобой... У меня же в один заход никогда вискари не проходили. Ну вот его, кстати... Вот реально лучше глотками пить. Вот если есть напитки даже односолодовые, которые можно выпить там, ну, большим таким грамм 20, да, и почувствовать весь спектр, его лучше по граммовке. Вот он прям лучше раскрывается. Но по запаху он мне прикольный очень. Слушай, блин, Ваня, вот объясни мне, почему так получается? Я вроде всегда заявляю себя циничным водочником, а вот когда вкусно... Пью вискари, и ты знаешь, не жалуюсь. Потому что вкусно. Наверное. Нет, Глендронах на самом деле, то есть, ну, я особо не знаю, вот мы сейчас, у нас ролик сколько там идет, минут 5-7, а я особо не знаю, что дальше еще про него говорить, мы уже вроде как сказали. Как бы напиток сам по себе хороший, то есть, ну, можно, конечно, стоимость, мы уже говорили. Да, там просто оператор нам... Ну, он просто, когда мы про стоимость говорили, ходил пивас наливать. Вот такие работники, понимаете, с ними приходится работать. Вот, ну, конечно же, это не самый лучший, далеко не самый лучший, не самый собирательный, не самый комплексный виски из региона. Не, ну вот и сейчас Хайланд, и... я тебе скажу так, учитывая, что воспоминания о Кавалане солисте очень... Еще свежи? Который, да, вот, который был винобарит. Это проблема. Они еще свежи, и вот сейчас в Глендронах я понимаю, что да, что он ему, почему он ему проигрывает, да? Снимать. Ну, оценку на самом деле не знаю, довольно специфически ставить. Давай мы сначала еще раз выпьем, потом оценим, давай. И потом давай. Вот. Ну, слушай, а ты знаешь, вот сейчас со второй я поймал еще нотку, которую я очень люблю. Я эту нотку люблю, потому что она присутствует в моем любимом виде вискарей, который называется бурбон. А, кукурузность есть? Да. Сладость. Сладость, вот такая он сладенький. Вот сейчас она как-то постояла подольше, вторая, да? Погуляла, там немножко спирт этот вышел, и вот эта сладость, она... Так она, ну, вот эта сладость, да, она может быть там кукуруза, может кто-то ее воспринимать как какие-то цветы, ну, то есть что-то вот такое, но он сладенький, он вкусный на самом деле. То есть, да, и причем хороший виски. Он свежий на самом деле. Вот это, наверное, для девушек, которые любят крепкий алкоголь пить, вот это, наверное, более чем. Ты сейчас понимаешь, что ты обрек пацанов, которые на меня смотрят, на страдания моральные. Хочу Глендронах 12 лет. Да. Иди и покупай. Ну что, я наливаю заключительную. Я тебе просто освежу чуть-чуть, давай. Но я не могу тебя оставить. Вот. Ну, я не могу много это пить, просто потому что, ну, мне понятно, тебе жалко, а мне... Хочется по чуть-чуть прям. А мне нет. Дождаться. Значит, по моим коронным критериям, запах, я говорю, что здесь ваниль, кофе, фруктовость. Ну, может быть, запахи кофе. И коньячность. Кофе маловато. Бочка чувствуется. Ну, то есть, вот это легкое самогонное. Вот хочется его прямо вот хоть сейчас залить в бочку, и пускай он еще постоит. По вкусу, что тебе приходит из него? Вкус точно был однозначно кофейный, ванильный, это вот прям сверху, ну это стандартный. Согласен. Ваниль хорошо прямо чувствовалась, вот сразу она пробивается. Да. Даже я бы сказал, что бочка за ванилью находится. Ну да, ну просто ну, он сладкий на самом деле, очень сильно. Но есть и самогонность, это характерно для молодого, да. Если я Кавалану солисту поставил девятку, а я, по-моему, ни одному напитку не ставил 10, кроме Лафройга.
То есть здесь я поставлю 8,5. Вот. Но он уступает. Не знаю, потому что тяжело, опять же, абстрагироваться и, там, и от ценника, и от класса. Вот, для односолода. Нет, сейчас без цены, просто класс односолоды достаточно недешевые. Здесь, конечно, больше, наверное... Но это надо было раньше начинать, как сказать, более правильная, более точная оценка идет 100-бальная, но у нас уже нет. Нет, у меня такое нету. Мы уже привыкли. Я водочник, у меня по десятке еще. Не знаю, вот, ну что-то мне вот 8,75 хочется поставить. Вот, ну хорошо, пускай будет 8,75. Где-то так. В 100-бальный 87 баллов. Теперь, друзья, как всегда, за вас. За лайки, за то, что вы подписываетесь на канал. Даже за дизлайки, потому что это тоже идет в статистику YouTube. Меня это тоже радует. За то, чтобы вы смотрели, за то, чтобы вы интересовались, соответственно, узнавали что-то новое или советовали нам что-то новое посредством комментариев или даже сообщений в личку. Ну и опять же, предлагайте, что выпить в следующий раз. Да? В общем, друзья, за вас и до новых встреч. Пейте хорошие напитки. Давай, давай. Так, давай. Вон, может, отсюда. Ну, пахнет никак.